Блок по КРМ и ПСРМ и партия ПАС набрали наибольшее число голосов в Бельцах. По данным ЦИК, в Бельцах на досрочных парламентских выборах проголосовали более 44 тысяч граждан. После обработки всех протоколов блок по КРМ и ПСРМ набрал 40,17%, то есть 17 692 голоса. Партия ПАС 27,34%, то есть 12 040. Блок Рената Усатый 22,69%, то есть 9994 голоса. Партия ШОР 3,89%, то есть 1714 голосов. Примар Бельц пока не прокомментировал результаты парламентских выборов. Стоит отметить, что в районе, откуда родом Рената Усатый, лидирует ПАС. Пропрезидентская партия набрала в этом районе 36,53%. Блок по КРМ, по СРМ 31,77%. Блок Рената Усатый 15,15%. И партия ШОР 6,41%.